нужно знать о ведьмах? Они существуют! Ведьмы — это вовсе не женщины. Это демоны в человеческом обличии. В каждом большом городе, в каждой мелкой деревушке они живут среди нас. И вот что самое главное — ведьмы ненавидят детей! Дамы, у меня есть план. Одна капля превратит ребенка в мышь. И мы вытравим этих малышей. Мышей. Мы вытравим этих мышей. А почему мы хомяки? Мы мыши! Какая разница? Бабуля, я здесь! Это ты, родной? О, боже! Давайте! Нужно остановить их! Вам не сойдет с рук ваш подлый, коварный план! И кто же мне помешает? Поймал! Неважно, кто ты или как ты выглядишь, пока кто-то любит тебя. Вы ведь случайно не носите с собой мышь в сумочке, не так ли? Мышь, говорите? Угу. С какой стати мне носить с собой мышь?